Троянская война продолжается. СМИ уличили во лжи замглавы МВД. Наиболее авторитетные медиа сообщили, замминистра внутренних дел, возможно, причастен к вымогательству миллионной взятки. А в его доме проводился обыск. Сам Вадим Троян, разумеется, все опроверг. Журналисты в качестве аргумента публикуют фото, где чиновник сидит в компании следователя ГПУ и еще нескольких людей, предположительно фигурантов дела. Троян парирует, снимок сделан раньше, это он сам двумя неделями ранее вызвал правоохранителей, когда в его жилье проник грабитель. Вторит своему приспешнику и Арсен Аваков. Но вот генпрокурор в вопросе обыска вчера поздно вечером расставил все точки над «и». Сообщил, следственные действия в доме у Троина все же проводились. Подтвердили это, правда, сегодня и в СБУ. Но с уточнением, причастность Троина к вымогательству проверяли, информация недостоверна, и подозреваемым он не является. Хотя, с оговоркой, следствие все еще ведется.